Всем привет, мои дорогие. Всем привет. Приехали в Мазион. Переоделись, точнее, Летуша переоделась. Я тоже хотела переодеться, но уже не стала. Уже приехала в красном платье, а Летуша в белом. У нас такой контраст красное и белое. Очень жарко, хотя уже который час, около 9, наверное. Садится солнце, конечно же, очень красиво, и это мое любимое место. Кто меня давно смотрит, тот знает. Сейчас, конечно же, переверну камеру, покажу вам, как красиво. Потом пойдем туда, направо. Там моя любимая аллея. Ну а сейчас надо подойти к воде. Вот смотрите, какая красота. Садится солнце, какое небо. Очень красиво. И вот она, Москва-река. Здесь, знаете, какой-то особенный воздух. Особенно вот в той моей любимой аллее. Там что-то цветет. Я так и не поняла, что там цветет. Но там просто фантастический воздух. Смотрите, люди на великах катаются. Ну и вот вода. Очень красиво. Пока нет моря, будем наслаждаться рекой. Смотреть на эту воду. Кораблик плывет, речной трамвайчик. Смотрите, там очень много народу. Ну и здесь тоже все приехали в Мазион. Хотя дороги сегодня свободные, на удивление. Ну, наверное, все уехали на дачи, кто-то на пляже, кто-то еще куда-то. И сюда, да, и сюда. Ну, сегодня прямо очень приятно было ездить, потому что вообще почти что машин не было. Ой, тут такой приятный аромат. Уже я чувствую, ощущаю. Не знаю, что тут цветет, прямо замечательно. Не знаю, вот почему я так люблю это место, но меня сюда всегда тянет летом. Мы тут очень часто бываем. Вот другие места как-то так, не знаю. Наверное, у каждого есть какие-то свои любимые места в Москве и в других городах. Ну вот это мое, пожалуй, самое-самое любимое место. Здесь так приятно ходить, гулять. О, сколько корабликов! Вы посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, смотрите. Прямо оживление на воде. Такое оживление. Ой, я знаю, что хочу, Лиду. Я хочу замороженный йогурт. Ты помнишь, когда-то давно, но это очень давно было, мы там вот покупали в кафе. Помнишь, да? Вот я не знаю, сейчас там есть или нет. Вообще это кафе есть, нет его, открыто, не открыто. Сейчас зайдем, посмотрим. Мне так захотелось замороженный йогурт. Ой, фу, и что-то холодное, воду попить, наверное. И вот, смотрите, катер. Патрульный? А, я просто же не вижу отсюда. Я же не вижу. А, они меня будут спасать. Фонтаны, дети радуются. А здесь где-то лежаки были. Помнишь, Лиду? Вот, по-моему, здесь справа они были. Их убрали, да, походу. Сейчас пойдем посмотрим, что там дальше. Может быть, они где-то есть. Конечно, здесь все занято. Я вот люблю здесь сидеть всегда. Вот на этих креслах, стульях. Кресло, наверное, на кресло больше похоже. Но, конечно же, все занято.
И вот она, моя любимая аллея. Только сейчас еле-еле ощущается этот аромат, едва ощущается. Видно из-за того, что жарко, влажно. И вот не знаю, что это, липа. Это, наверное, липа. Это, скорее всего, липа. Напишите, кто вот в курсе, кто разбирается в этом. Это, наверное, липа, скорее всего. Ой, тут еще собачки. Ой, смотрите, смотрите. Такие собачки. Вон то кафе Лиду. Вон оно. Но только я не уверена, что там будет йогурт. Прямо так захотелось. Что есть? Где? Ну, то там мороженое, там йогурта не будет. А я мороженое с ним ем. Ой, ветерок, как хорошо. Да, в общем, смотрите, что здесь делается. Я такого не видела скопления людей давно, даже в музее. Ну, обычно людей как бы много, но не настолько. Ну, вот в этом раздолье. Почувствую себя на пляже, что называется. Йогурта нигде нет, купили воду холодную. Ой, как захотелось йогурт. Вот раньше он был, тут хлеб насущный, тут нет. И там тоже нет. Там где-то мороженое, где-то хот-доги, шаурма. Еды тут много, но замороженного йогурта нет. Будем сейчас пить воду, потому что жарко, конечно, душно. Хотелось бы еще где-то присесть, а тут люди вот устроили пикник, все сидят на траве. И там тоже везде. Ну или на скамейках, а я думала, тут лежачки будут, и можно будет лежать на лежачках с видом на реку. Но не тут-то было. Лежаков больше нет. Смотрите, какие цветы красивые распустились. И вот эти тоже издали на лаванду похожи, но, конечно же, это не лаванда. И там тоже. Вообще тут очень красиво. Тут, походу, скоро пробки будут образовываться на воде. Смотрите. Один за другим. А вот тут, смотрите, какой интересный кораблик. Что там написано? Я же не вижу. Роза Редис. А, Редис. Да, там, по-моему, шары, да, если я не ошибаюсь. Тут, я говорю, скоро пробки будут. Видела они одновременно. Туда-обратно. И вон катер еще какой-то. Ну, тут просто такая движуха на воде. Я давно такого не видела. Походу, здесь тоже пробка. Народу реально очень много. Не знаешь уже, с какой стороны идти. Там вот ездят на великах, на самокатах, на скейтбордах. О, сладкая вата. Кто любит сладкую вату? А, там, кстати, продается сладкая вата. Нам ее предлагали вместо йогурта замороженного. Ну и здесь вот как бы местами то идешь нормально, то попадаешь в пробку. Вот, оказывается, где вся Москва сегодня. В музеоне. Я подозреваю, что на Красной площади, наверное, тоже очень много людей. Ну, на Патриках, само собой.
дороги свободные, ну хоть это хорошо. А здесь такая движуха постоянно, тоже иногда образуются пробки. Кто-то лежит на траве. Кстати, классно полежать с видом на воду. Но я хотела полежать на лежачках. У меня не получилось. Кстати, столько загорелых людей, я смотрю, с таким свежим загаром и походу по виду морским. Я-то уже белая, столько времени прошло. Ну, может быть, чуть-чуть какие-то следы остались. А так я белая. А люди прямо с таким красивым загаром. Интересно, где они успели загореть. В общем, вы видите, что сегодня здесь творится. Так, а это что, я не поняла? Да? Прикольно. Ты не хочешь, Лидоль? Присоединиться. А это что такое? Это что за безобразие? Ну кто это делает? Просто вот, просто противно. Я раньше, кстати, такого не видела. Никогда. Ладно, будем смотреть направо. Освободилось место, и мы сели прямо вот под этими деревьями, под липами. Ну, наверное, это липы все-таки, я думаю. А Лидушу попросили сделать фото. Тут такой гул, такой шум, непривычно. Я говорю, вся Москва, и, наверное, не только Москва, но и туристы тоже здесь, все в Мизионе. Но все равно классно, очень хорошо. А у меня уже подходит к концу работы над курсом. Приятно этот день, идти со своей мечтой. И вы знаете, я настолько довольна результатом. Но я всегда, когда за что-то берусь, я довожу дело до конца, я выкладываюсь на 100%, даже на миллион. Это знают все люди, кто когда-либо в жизни имел самое дело. И скоро, уже совсем скоро, курс поступит в продажу в начале июля. И вы знаете, вот на этом курсе собрана вся моя история, весь мой путь, который я прошла. А этот путь был очень длинным, я его проходила больше 20 лет, потому что всю свою сознательную жизнь, сколько я себя помню, я боролась с лишним весом. И вот весь мой опыт, негативный, позитивный, моя история, все плюсы, все минусы, все, что нужно для того, чтобы похудеть, все собрано в этом курсе. И я думаю, что если бы тогда, когда я начинала худеть много-много лет назад, мне попалось бы нечто подобное, то я не теряла бы столько времени, столько сил, столько денег и столько лет. И я бы не сделала столько ошибок, ну, потому что, действительно, я прошла огромный-огромный путь, и чего там только не было. И вы знаете, я что подумала? Цена на курс очень низкая, даже без учета скидки, даже без скидки очень низкая. Потому что если человек хочет похудеть, вот действительно, если у него есть желание, и если он пройдет мой курс, он раз и навсегда похудеет. И плюс он будет знать, как ему питаться дальше. Он может всю свою жизнь питаться таким образом, но он уже научится самостоятельно составлять меню, он научится всему, что ему нужно, узнает все детали, все нюансы, узнает, как избежать ошибок, что делать не нужно. И, конечно же, получит огромную, колоссальную мотивацию. Так что, мои дорогие, если вы еще не успели оформить предзаказ, оформляйте и
цена будет ниже на 30%, а с 1 июля я уже буду продавать курс по основной цене, хотя она тоже очень-очень низкая, но я цену поднимать не буду. Так тут классно сидеть, правда очень душно, влажно, жарко, а Москва гуляет. И там вот в хлебе тоже много людей, и на веранде, и внутри. Кстати, знаете что? Если посмотреть внимательно, у всех людей разные глаза. Один больше, другой меньше. У некоторых еще асимметричные. Один выше, другой ниже. Мы не идеальны и не симметричны. А это собирают мусор. Видите как? На тележке. Ну, сейчас туда тоже дойдут, там тоже будет чисто. Просто, видимо, очень много людей и не успевают. Ну что, мои дорогие, такое было видео. Я думаю, оно получилось не очень длинное, но передало атмосферу музеона летней Москвы. Давайте покажу вам еще, как красиво. Такое небо. И песня Элджей. Да. Да-да, вода, Москва-река, там памятник знаменитый, скандальный, нашумевший, но про него уже все забыли, уже больше никто это не обсуждает. Ему уже, наверное, пойдем в сторону машины и поедем домой. Как-то устали сегодня, и уже поздно. Я даже не знаю, который час, но уже поздно. Но у нас тут в Москве белые ночи, можно сказать. И темнеет очень поздно. А рассвет где-то в три примерно, вот так. В 3:10, даже около 3. Так что у нас, можно сказать, белые ночи. Хорошо погуляли. Немного развеялись. Ну и показали вам сегодняшнюю Москву, атмосферу, что у нас тут происходит. Как вы видите, людей много, Москва живет весело, ярко, красочно. Ну, собственно говоря, везде людей много, в ресторанах тоже. Что будет там с 28 числа, неизвестно. Но пока люди гуляют, радуются жизни, получают витамин D, дышат воздухом. Так что такая у нас картина, мои дорогие. Все, на этом буду заканчивать это видео. Благодарю всех за внимание, всем отличного настроения, удачного дня и, конечно же, до скорой встречи. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, мои дорогие.